Мастер-класс по акварельной живописи для детей школы-интерната номер 2 проводили студенты Сочинского колледжа искусств. Каждый из них старался помочь ребенку проявить свои творческие способности. Сегодня Всемирный день детей, и мы хотели уделить внимание детям из школы-интерната номер 2 и показать, каким прекрасным бывает этот мир через творчество. Таня любит рисовать животных, говорит, в них много добра. А вот вместе с помощницей Ксенией у них получился сочинский пейзаж. Я с детства, меня мама научила. Мне нравится рисовать. Ну, я люблю рисовать карандашами, чем красками. Таня сама по себе очень хорошо рисует, так что подсказывать практически не пришлось. Преподавателям быть необычно, конечно. Девочки подружились и даже обменялись номерами телефонов. Таня пообещала ВКонтакте отправить Ксении графику. Тем временем другие ребята тоже узнавали для себя что-то новое. Иван и Лера – воспитанники школы-интерната. Они редко работают с глиной, а здесь им представилась возможность взять мастер-класс у преподавателя. Мы с ними делаем медальки, то есть все очень просто, при этом получается очень оригинально, каждый ребенок это может сделать. То есть мы сначала катаем шарик, потом его раскатываем и украшаем. И получаются такие медальки, которые они потом смогут на себя одеть. В течение 2 часов ребята не оторвались от красок. Здесь же их работы смогут сегодня увидеть посетители джаз-кафе на Новогинской, где и проводился мастер-класс. Выставка под названием «Чистые сердца» стала сегодня настоящим праздником живописи во Всемирный день детей. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.